Мы прилетели с Аликанте. Он сегодня сказал, что теперь Ромка блогер. Я не выполняю приседания классические. Когда нас отвели в полицейский участок, и мы там просидели пару часиков, ладошки-то, я думаю, у нас у всех вспотели. У меня даже вспотело между булочек. Мне не нравится его обувь. И тем не менее, в Аликанте он сделал очень хорошую форму. Очень хорошую форму. Отсутствие сна было самой критической ошибкой в моей подводке. Я нихуя без рук, у меня есть руки. Друзья, привет! С вами я, Руслан Хорецкий и Рома Халиуллин. Мы прилетели с Аликанте, с чемпионата Европы среди профессионалов. Приехал он, а я с чемпионата Европы среди любителей. Не любителей профессионалов, а любителей бодибилдинга. Сегодня вам покажем тренировку, так скажем, она не межсезонье, она не на подводке, она прям вот на этапе компенсации удара дополнительного набора кондиции. Я сегодня у Ромки ног. Я думал, что будут дельты, но оказались ноги, потому что мы только вчера решили снимать для вас ролик. У меня по плану, да, ноги, все, и немножечко горение моего пердака. Это отдельно, когда я уеду по делам, я оставлю. Второй ролик отдельно будет, ребята, отдельно второй ролик будет лично Ромкин для его будущего личного YouTube-канала, вот так вот. Он сегодня сказал, что теперь Ромка блогер. Да, ну не с сегодняшнего дня, а Руслан подогнал мне GoPro-ку. Теперь прям вот-вот-вот на днях я начну снимать свои небольшие влоги. Наконец-то я для этого созрел. Может быть, уже было давно, надо было это сделать, но вот сейчас я готов прям морально к тому, чтобы делиться чем-то, опытом, какими-то там фишечками и просто показать, как вот я, обычный семьянин-спортсмен, могу совмещать профессиональную карьеру в бодибилдинге и семейное ремесло довольно успешно. И никто от этого не страдает. Совсем? Совсем. Это отлично. Даже я. Итак, моей тренировки будет мало, только между делом. Сегодня мы покажем тренировку. Опять же, на ноги. Пойдем туда, он же будет снимать по пути. Я буду по пути говорить. Начало любой тренировки на ноги начинается с разминки, друзья мои. Это прям очень важно, это нельзя упускать. Без меня, естественно, он, наверное, не делает постоянно. Всегда делаю 10 минут кардио нагрузки, экстензию с планкой в суперсерии. С самого первого дня, когда мы сняли с Русланом первый ролик на канал, когда мы только начали сотрудничать, и по сей день я делаю такой размин. Разминка будет с бедра обязательно, хорошую. Я всегда начинаю с экстензии на бицепс бедра, тренировку ног. Вот так. Ой, молодец, видите? Прилежный Ромка. Поэтому Ромка вырос, а остальные не выросли, как Ромка. Сделал Роман. Вот он вроде бы сократил, да, бицепс бедра. Собирается он его, да? Сократил. Смотрите, где находится, как мы тренируем мышцы? Что влияет? Есть сила тяжести. В этом положении вектор силы проходит через его одаренную умную голову, сквозь его позвоночник и упирается в колени. Как бы сильно он сам сейчас не напрягал бицепс, ну, бедра в этот момент, нагрузки в нем нету. Поэтому нету задачи приходить в 90 градусов с полом, да. Мышца должна получать постоянную нагрузку. Да, вот так. И вот так делать можно, если задача нагрузить бицепс бедра. Yeah.
я не выполняю приседания классические, как таковые, в принципе. Потому что у меня после классических приседаний неделю болят не только мышцы, но и колени. Вот. Поэтому я их исключил. Приседания я выполняю строго в постановке плие. Широкая постановка ног, гантели, смити. Кстати говоря, когда смит посерединке, их жим ногами. Вот это вот мои, в принципе, силовые движения. Пока, короче, Ромыч делает, он-то умный, он сразу себе намешал, а я не успел. Короче, сейчас по-быстрому намешиваем рейдж с цитрулином. По такому, по полной порции. Сейчас это сразу выпиваем, и потом я сделаю маленькую добавочку рейджа уже с быцашками. Это вкусная любимая клубника, поэтому у меня и быца, и рейдж клубничные. И считаются они кайфово. И уже буду потом потихонечку попивать БЦАшки в течение тренировки. Ой. Ну вот. В идеале, конечно, ребят, выпить это все дело минут, ну там, за 20 до тренировки. Но с учетом того, что я сегодня не ел практически ничего, кроме протеинового коктейля рано утром, получается, сейчас я это все принимаю так прям, ну реально, натощак. Думаю, что у меня включится все довольно-таки быстро. Поэтому не критично. Недельку после соревнований я поел, поспал. Было состояние такое очень непростое, так скажем, физическое. Очень тяжелый был перелет. Нам сменили аэропорт. Мы влетели на полтинник по билетам для того, чтобы вернуться в Россию с Испании. Такое все. Приключение у нас было действительно настоящим приключением. Вот. Но сам турнир, опыт, эмоции, конечно, непередаваемые. Ромка, как тебе наше путешествие в Испанию? Да шикарное. 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 Во-первых, потому что оно, в принципе, состоялось. Да. Вот. Очень много было всяких нюансов, и тяжело было, на самом деле, попасть. И до последнего момента мы, грубо говоря, не знали, пустят ли нас. Но Руслан сказал, он был уверен, что нас запустят. Я был уверен, да. Но... Я должен был излучать уверенность. Когда нас отвели в полицейский участок, и мы там просидели пару часиков. Ладошки-то, я думаю, у нас у всех вспотели. У меня даже вспотело между булочек. Нижнее, смотрите. Это эту палочку твикс делают на левом стороне завода. Это, у тебя доктор Пеппер. Да. И кстати, вот, ребят, для вас лайфхак. Ну, кто любит доктор Пеппер, вот эту вишневую, да, газировку. Вот. Вкус очень-очень похожий у БЦАшек. Но лично мне не хватает небольшой вот этой терпкости газированной. Поэтому покупайте боржоми. Ставите ее в холодильник на ночь. С утра. Заливаете шейкер боржоми и разводите туда БЦАшек. Для того, чтобы вот эти вот газики и терпкость появилась. Вот. И добавляете туда еще ложечку 3-4 грамма цитрулина. Для того, чтобы дало кислоту. И вот целый шейкер, там 600 миллилитров доктора Пеппера, только полезного. Сразу у вас будут и минералы, которые необходимы во время тренировки, да, когда особенно интенсивная тренировка, и вкусная газировка Dr. Pepper. Это для любителей. В принципе, можно сделать с любыми БЦАшками, но это именно такое сочетание, классическая Dr. Pepper газировка, поэтому такой вот вам небольшой лайфхак. А еще Руслан подсказал еще круче лайфхак. Вы берете, наливаете миллилитров 20-30 воды, туда засыпаете БЦАшек 10-15 грамм, разводите вот это маленькое количество БЦАшек концентрированных,
И просто бутылочку минералки открываете, чуть оттуда отпиваете и туда выливаете. И тогда газики вообще, в принципе, все сохраняются. Поэтому очень клево, приятно пить. Но кто-то противник пить газированный напиток, да, во время тренировки, но мне в кайф. Мне в кайф. Я рассказывал наши лайфхаки. Да, мы с тобой делаем жим ногами. Кстати, мне этот тренер очень нравится, я не знаю, кем и где он сделан. Где-то вот табличка вообще сделана в России, мне кажется. Но это не важно. Итак. Ага. Смотри, чуть-чуть пятку, чуть-чуть сюда. Чуть меньше, меньше. Нам очень важно, чтобы у нас коленный сустав смотрел всегда туда, куда смотрит носочек. То есть даже чуть-чуть можно чуть-чуть развернуть. Вот так. Вытащите, да? Хорошо, мы делаем с тобой 10 повторений в таком положении. А после мы переставляем ноги примерно вот на это положение параллельно и делаем еще 10 повторений. Опять же, вот на это положение мы будем смотреть по колену. Где? Потому что более острый угол, и у меня колено. А ты мне будешь говорить, где тебе бобо или не бобо? Хорошо. Сразу пока это, пока Ромка занят, не может разговаривать. Мне не нравится его обувь. Я сторонник обуви спортивной, специализированной. И, конечно, тренировку ног я бы очень это хотел, чтобы Рома одевал штангеточки. Сказал Руслан, что весной он все-таки начнет подготовку, в которой он начнет качаться к весне. Ну, к весне, да. Все-таки он начнет ходить в зал, а не раз и два раза в месяц. Вот. И тем не менее, в Аликанте он сделал очень хорошую форму. Очень хорошую форму. Чуть-чуть мы пережрали, я не успел. Я сделал охрененную форму на регистрацию и шикарные пропорции на сцену. Вот если бы ты... Было, да. Да. Мы, может, фоточки сюда прилепим, посмотрите. Но на самом деле тут не пережрали. На самом деле момент был не в пережрали. Момент был самый основной, почему у меня была реально пленка воды. Потому что мое выступление было на день после регистрации парней. У меня с собой не было моих таблеток всех необходимых для подводки. И получилось, что мы закончили регистрацию в час ночи. Нужно было начинать парней грузить. Повелся в ресторан, и уже с ресторана приехал домой, принял все там мочегонное и так далее, в 3 часа ночи, а в 5 уже встал, поспал 2 часа, что в 7 утра у меня был грим. И, в общем, без сна, ну, как бы, стрессовые гормоны были очень высокие, просто воду не отпустило. Отсутствие сна было самой критической ошибкой в моей подводке, но если мы оцениваем важность там моего выступления и выступления ребят среди профессионалов, я тут даже, как бы, абсолютно без единого сожаления. В целом я весьма доволен своим выступлением.
наконец-то повесил блины побольше, теперь даже можно меня снять. А то я все разминался, но дошел до чего-то это. Более-менее похожего уже на это. На веса. Что мне микрофончик выпал. Все, я починил. Фух. Чтобы нагрузить хорошо ноги, достаточно двух силовых упражнений, на самом деле. По крайней мере, для моих ног. То есть, наверное, этих двух силовых упражнений очень хорошо выкладываюсь. Вот. Можно сделать и больше, но, блин, не знаю, мне хватает для моих ног. Вот, ввиду их предрасположенности хорошей. Я бы, конечно, если бы были блины, убавил бы пару блинов, но их там, блядь, нет. Я делаю с пустым, и убавить мне нечего, поэтому придется делать. Конечно, я знаю, что вы знаете, даже больше нас, что БЦ-шки это бесполезно, но я верю в силу БЦ, поэтому пью их. Пью их много. 30-60 граммов в день. Могу себе позволить. Благодаря кому? Правильно, Руслану и компании Genetic Lab. Тебя вот так сзади смотришь, как будто, блядь, побольше Мухаммеда, как мне кажется. Не, конечно, Мухаммеда срать и срать кирпичами мне, но... Нет, понятное дело. Но по объемам ты очень хорошо так смотришься. Вот почему нельзя вот на сцену такую наполненность, с такой сушкой, с такой жесткостью? Как ее сделать, блядь? Как этот поймать баланс? Ну, я говорю, сейчас я... Если в Румынию поедем, на мне поставим эксперимент. Тебя просто мы поактивнее погрузим, мы знаем, что у нас теперь запас твой 1.5 килограмма. Видишь, если бы мы тогда знали, мы бы с тобой еще день как бы ели. Видишь, и то, мы сделали 94,8, я выехал на регистрацию. Я впритык выехал. Просто уже не стал ничего есть, ни пить. И вот пока мы ждали регистрацию, там 1.5 часа. Да больше. Больше мы протасовали. Ну, около того, у меня еще 300 кило слетело с меня просто. Потому что у меня очень такой барьер, вот этот килограмм с 96 до 95, он идет такой прям тяжело-тяжело. Но как только организм уже начинает все ужиматься, уже есть и пить, и он все равно будет ужиматься. Поэтому очень тяжело компенсировать после этого, особенно если вы пьете мочегонные средства. А я их пил. Но пил я их в таком количестве, ну, блин, я не знаю, на массу, грубо говоря, 100 килограммов. Мы выпили накануне регистрации пол таблетки триампура.
И выпили, грубо говоря, за время загрузки мы выпили таблетку Триампура. И таблетку Триампура накануне мы выпили выступление. То есть получилось у нас 2,5 таблетки Триампура за... Это нормальная практика. И... Это немного. Это... Многие больше. Кто-то не использует, кто по весу влазит. Когда он повыше, у кого запас такой приличный. Это... Там разговор в пользу бедных, там, с мочегоном, без мочегона, если он есть. Можно растительный, ну, брусневер пили. Кайф, брусневер и почечный сбор еще. Перемешку, сразу 2 пакетика завариваю. Просто нету возможности его где-то делать, во-первых, а во-вторых, я его даже не думал делать, потому что есть определенные проблемы с коленями. Но сегодня сделал, и вообще прям очень комфортно было. Надеюсь, что после тренировки они не заболят, но очень клево. Колени не заболят, ощущения будут, потому что ты так никогда их не растягивал. Это же а-ля си-си приси, да? Да, это а-ля си-си приси, типа того. Удобнее не надо. У нас есть, на самом деле, в Элли-Джиме вот этот вот стульчик для этих приседаний, но у меня очень сильно отличаются, потому что я не могу их делать. Да. Я там не могу делать. Да, там тут прям очень хорошо. А поэтому старичок топ-класс был, в принципе, гений. Гений. Зря мы были вот такие. Да. Вообще коробки кривые. Да. Надо поставить лайк, дружище. Надо написать коммент, потому что ваши комменты помогают каналу развиваться. Вот. Ну и не просто снимаем ролики. Ну да. Я нихуя без рук, у меня есть руки. С самого первого ролика я помню этот комментарий. Мне было обидно на самом деле. Буду мотивировать, но покажите. И Руслан сейчас сразу свою покажет. Все нормально. Мы накачали. По-моему, вот так плюс 3 сантиметра получилось у нас вот за 46 и 49,8 было на пике массы. 110 килограмм. Вот. А на сушке было 48,3, 48,4. Да, ну я их не часто меряю, но Руслан мне сказал, мне нужны замеры. Я сразу мерил банку, просто шел и говорил, что в банке вот. Да, просит набора, мы отслеживали. Ну, как контролировать рост? Что же на весы смотреть? На весах можно и много прибавить, а не там. Так вот, лайк, коммент, подписка, колокольчик, а не просто кулак экрана. Ссылка на меня, на Романа внизу, ссылка на Genetic Club внизу. Можете подписать, на какую тему можно будет снять там ролик, и в следующий раз, может быть, мы прощаемся. Вот. И скоро, кстати, я у себя в Инстаграме запущу розыгрыш нескольких продуктов с Genetic Club. Халявочка. Да, халявочка. Там все будет очень просто, примитивно и все. Поэтому следите. Вы просто, типа, кому надо? Да. Пиши в директ, кому надо. А там первое. Да. Друзья, спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Как это сказал Терри Кастер? Мы начали, чуваки.